Расширек гражданла оборон тыдымне ергеленеренбе сагырвун бір шулшитря. Уявне октябрин тватым жінчех палыду малачыде. Анжах МЧС ищенецен выгаджи ылдын бадан. Пермай терлі хорушлых пагу жагужин тель булма девять. Шаунба ержу дупса шилавжесене служба ветеранецене паян числарищ. Везене республика бушлыге Михаил Игнатьев самларе. Раще МЧС и халгайнге кре васкавы был уже бараган тытым. Разем жержив дула жинже хурушлуга ликнезне айкинже хвармаща. Унда пужарба кержигензен службе, граждан хюделевен шаре, авиация шравба шила вуйрмы земгереща. Разем талаге бе жержив республика донышлых не сыхдыраща. Шанба пужар духсанге шивизень, МЧС ащине земья анах инге гелик незне жилма васкаща. Республика бушдахи Михаил Игнатьев везен ашните вишлебе хаклары. Хурушлух духсан МЧС раши гензем чималданах терести явапты южину зем два щедера. Расчин чрезвычай лародору министерствен Чевашинри управлением бушдыке Станислав Антонов, шах службу равой гураганзне патрлыхшын хастарлыхшын тавдура. Медаль зембе чистан зен еженже Хабаровск краенже шевельне зене плушмагучын земде бур. Чеваш республикинден ибер сагрзин. Каймр, это именно Хабаровский края. Местное население Зеневара, шив из Гизебардом продукции не вали, эвакуируют турмур, всякие именно Синзене. Ну, май же он, да, родственник сам жёг, вады зинзам, парбаченеха в Зенвара, продукты из Гизебара сплот, связь налаживать тумала, потому что свет, щука, газпур, да, шив порох. Шулшинче аварийлі бұдырмақ шакланзан, ешу шандалығын тип шар, шартлама севе шандалығын де херіштіма девет. Шанба МЧС ішчіне зем талығы бек сығы. Идларақ чухне баллах пұжар сүндерме дүргелет. Худранзитрин пірбәченек. Унбек патырсыне баллах шержив жайынжы медаль бейджісләші. Ергене ерек, звонок болды, пюрчуна тәріш. Азу машинда праца, топсадарым пұжара. Читнице, пьюджи вылашиначе, сразу пчинех, пожарный зёк, только шубардом, синзам до щипца дурдич, вот, каран, сине, напряжен был, сейчас садохрым. Числава тухагам батырзем хозни пидесы байлы дыдайшы. Еварога трашинзыне был ужасы, перентептивештейшы. Регина Кубайкина, Евгений Анисимов, Республика.